2016 год был богат на события в социальной жизни, в политической. Давайте узнаем у наших горожан, какое же событие имело самое большее воздействие на жизнь граждан Молдовы в уходящем 2016 году. Выборы, я думаю, или нет? Я думаю, что выборы президента от народа. Ну, выборы сейчас, я знаю больше, какое еще событие оказало. Вообще стало жить плохо. Ну, наверное, выборы президента. Наверное, выборы наши. Выборы президента. Я считаю, что так. Миллиард, конечно, это было сильно. Миллиард это было сильно. Выборы, ну, посмотрим, выборы только прошли. Парламентские, ну, дай бог, будут. Ну, естественно, выборы, конечно. Конечно, выборы президента. Выборы. Это было самое ключевое событие. Это было самое, можно так сказать, решающее событие в жизни нашей страны. Вот. В принципе, от себя могу сказать, рада, что они закончились именно так, как они закончились. Теперь нам остается только ждать, что, как говорится, республика от этого всего получит. Какое событие уходящего 2016 года больше всего повлияло на жизнь граждан Республики Молдова? Ну, я думаю, президентские выборы. Кража в первую очередь. Кража миллиарда, да. Это очень негативно отразилось. Кража на... миллиардов и выборы. Вот эти события самые главные были. Да. Ну, в первую очередь то, что не было парламента, это раз. Все-таки за народ совершенно не думают. Это мое личное мнение. Каждый выживает как может. Конечно, во-первых, это президентские выборы, это раз. И во-вторых, то, что Ринат Аусатый стал нашим мэром. Конечно, его сейчас здесь нет, но я хочу сказать, что он очень много делает для города. Вот это два события, которые самые-самые-самые политической жизни страны. Какое событие уходящего 2016 года вы считаете важнейшим, которое отразилось на жизни граждан Республики Молдова? На жизни граждан Республики Молдова в первую очередь отразилось то, что с президента сняты почти все его полномочия. То есть президент будет точно так же немой уткой. Его лишили всех его прав. Наверное, выборы премьера или как? Президента. И президента для Бейс это очень важно.